بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد уважаемые жители Буйнакска, Буйнакского района, братья, сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пусть Всевышний Аллах примет наш этот благодатный маджлис. Пусть этот маджлис станет причиной искупления наших грехов, избавления от бед нас, наших родственников, близких, наших устазов, шейхов, тех, кто их любит, тех, кого они любят. Вот в хадисе посланника Аллаха говорится, алейхиссалату вассалям, «Ман ла яшкуру нас, ла яшкуру Аллаха». Кто не благодарит людей, достойных благодарности, тот не благодарит Аллаха. Исследуя этому хадису, я в первую очередь хочу поблагодарить всех вас, присутствующих. Во-первых, всех, кто пришел сюда. Поблагодарить наших алимов, главу города, гостей, которые почтили нас своим присутствием. Пусть Аллах им воздаст многократно за то, что они проявили уважение к нам, к нашему маджлису. Благодарность особая всем тем, кто принял участие в этом маджлисе, стал хотя бы чуточку причиной тому, что этот маджлис состоялся. Есть такой принцип в шариате: «Ман тасаббаба фи хайрин, фалаху аджру фа'илихи». Это такое правило: человек, который становится причиной чего-либо хорошего, то его ожидает воздаяние того, кто это совершил. И все люди, которые словом, действием, материально стали причиной вот этого маджлиса, они получают воздаяние всех людей, которые сюда приходят. И ни у кого это воздаяние меньше не становится. Хочу, в частности, поблагодарить наших волонтеров, женщин, которые, мужчин, которые сегодня уже 7:30 здесь, можно даже сказать, высадился первый десант волонтеров, которые помогли, которые организовали нам все это. И с раннего утра работали, и до сей поры тоже занимаются своими делами. Им тоже огромная благодарность. И, конечно же, хочу особо поблагодарить от Абдулла Сахаватов, Хабиб, Мухаммад. Сахаватов, Абдулла и Хабиб — это помощники имама. Мухаммад — это тот, кто ответственный за просвещение в нашем районе. Также Сулейман, представляющий благотворительный фонд «Инсана». Эти люди, которые, в принципе, на плечах которых были все организационные моменты этого маджлиса. Вы даже могли заметить, что сейчас тоже они суетятся, бегают. Я, в принципе, ничего не делал. Хоть они молодые, альхамдулилля, они энергичные. Люди, которые болеют за наш район, за ислам, за религию, душой и сердцем. Им огромная благодарность. Их родителям огромная благодарность за то, что таких сыновей вырастили. Иншаллах, их благо они еще найдут возле Всевышнего Аллаха. И, конечно же, поименно всех назвать не могу. Я думаю, никто не обидится. Так как я сказал, все те, которые в меньшей или большей степени приложили руку к тому, чтобы этот маджлис состоялся, пусть эта рука, эти люди могут приложить эту руку к благам рая, к ниматам рая. И еще раз такой момент. Вот сюда вызвали имамов сел,
есть имамы города. Вот если вы джамаат, например, за ними не встанете, не будете поддерживать, они ничего не смогут сделать. Один имам, какой бы он ни был, какой бы святой ни был, без джамаата имам ничего не может делать. Как джамаат не может идти правильным путем без предводителя, без имама, сам по себе имам тоже ничего не может делать. Это как две руки или же два крыла одной птицы. Поэтому в хадисе посланника Аллаха говорится, алейхиссалату вассалям, «Куну ма'аль джама'а, фа инна яд Аллахи ма'аль джама'а». Вы будьте с джама'атом, ибо помощь Аллаха, она вместе с джама'атом. Пусть Всевышний Аллах примет наш этот маджлис, пусть Всевышний Аллах сделает его причиной, как я сказал, искупления грехов нас, наших родственников и избавление нас от бед и невзгод. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.